Туристы, физкульт, привет! Сегодня очень таежный и очень пешеходный поход. От города Химки до платформы Ховрино. Я очень замерз, потому что оделся по-беговому. И, пожалуй, только ваши лайки и репосты могут согреть меня на этом нелегком пути. Погнали! Привет! Со зрителями можешь не здороваться. Это лайв-канал, тут как бы все по-свойски. Как будто и не прощались. Отлично, останется еще у меня 20 рублей на воду. А то я сникерс взял, а воду нет. Хотя там целый канал будет. Но мне кажется, если из него попьешь, то станешь таким, как обывый гад. Так, все, давай, значит. Спасибо. Блин, схема чисто для фашистов. Вообще непонятно, куда бежать. Где гребаный канал? Что-то камера конкретно валит горизонт. Сопли из носа сразу побежали. Блин, холодно конкретно. Приходится утепляться. Прям на ходу, на бегу сделаю. Темп, конечно, у меня будет тот еще. Так, вон пляж, вон пляж. Вот пляж. Ёпта, как круто. Пойду вот туда, к железной дороге. Ветер еще встречный. Твою мать, там какая-то водоохранная зона. Дичь. А нахер бегать? Ёп! Загермимся и будем надуваться. О, утки, утки. Утки там. Ветер офигенно, я уже за дуб офигенно. Так, перчатки пока не одеваю, тут тюленьи старт предстоит. И ноги не намочить, и носки облом переодевать. Главное, чтобы склянка не попала никакая. Все, стартанул. Ништяк. Офигенно. А, зацените, Химки, химозики, вон они, сейчас мне под мост, потом немножко по каналу, и там я выйду как раз в лесопарке, на офигенном пляже. Конечно, весь этот покрафт, как это, блин, туда-сюда ее лозит. Ни байдарка ни разу, ни каяк, курсовая стойчивость отсутствует вообще как класс. Нем управляется очень просто. Скорость, кстати, тоже норм. Сейчас главное, чтобы еще не застрелили как диверсанта. А, зацените, офигенно ведь. Так, смотрим по горизонту, кораблей вроде бы нет. Мост прикольный, смотрите какой здоровый. Это новая ленинградка. Офигенный. Сейчас бы с моста посмотреть, какой вид открывается. Ну так себе вид, не очень впечатляет, еще и шумно. Обратно-то как? Не идти ж своим ходом, пожалуй, ускорюсь. Thank you.
Надо ускориться. Спасибо большое. Так намного лучше. Да, руки отогрел. Дальше по грибу. А вот вам буй, ребята. Подержусь за буй. Главное, чтобы болтов тут острых не было. О, смотрите какой. Моргает. У-ху! Буй. Наклоняется очень легко. Еще прокину на себя. Он вряд ли опрокинется. У него, небось, противовес там. Но, как бы, наклонить легко. О, блин. Точно можно болтом себя профигачить. Ладно, буй с ним. Пошли дальше. Что-то конкретно уже замерзать начал. Надо выбираться на берег и бежать. Кораблей так и не встретил. Видать, навигация закончилась. Только дебилы по каналу на Покрафтах носятся. А вот это вот в красивом месте стоит база МЧС. Я когда такое вижу, мне сразу хочется стать спасателем. Ух, я бы тут летом девчоночек в купальничке спас бы пару раз. Что-то Доропея тут поджидала, офигенная засада. Смотрите, какой здесь бортик. На такой хрен вылезешь еще с Покрафта. Ну или сам вылезешь, а Покрафт не достать. Надо туда вон на пляж на детский грести. Нужно стоя это делать. Не, как Джек Воробей не получилось. Блин. Ладно, давайте как капитан Доропей это сделаю. Носом по тюлени вперед и... Хопа! Так, теперь нужно как-то, чтобы песка поменьше. Блин, хотя там внутрь набрал уже. До чертиков. Ладно, потом помою. На травку! Куда-нибудь в кабинку. Не лезет. Ну, тоже вариант. Так, теперь быстренько собираемся. Блин, насос в песке. Рюкзак. Замерз конкретно. Нужно бежать, блин. Носки не понадобились. Сидушка. Спускаем. Так, Покрафт. Спускаем. Где у тебя пробасик-то? Так, весло разбираем. Руки нахрен от весла дубеют. Запомните, что лыжноводный поход — это бред. Давай. Я тут в полях замерзаю. Будет все офигенно. Нужно же насос еще впихнуть, блин. А потом весла. Штаны уже мокрые, блин. Не от того, чего вы подумали. Блин, что-то в горб давит. Ой.